Сначала мне нужно найти то, что поможет это перевести. Эй! Кто пустил тебя на борт? Если ты здесь из-за фестиваля, то его не будет. Я не хотела вторгаться к вам. Можно я здесь немного осмотрюсь? Меня зовут Нэнси Дрю, и я посетитель. Я так и поняла, что ты туристка. Наш городок довольно популярен. Нет, я не туристка. Я провожу здесь расследование. Кстати, спасибо, что спустили мне трап. Он предназначался Сорену. Я не рассчитывала, что он притащит на борт незнакомцев. Ты вместе с той женщиной? Вы имеете в виду Дагни? Да, я с ней работаю. Если ты здесь ради золота, то мне нечего с тобой обсуждать. Уходи. Подождите, я здесь не ради сокровищ. Я хочу помочь найти Магнуса. Магнус? Послушайте, кажется, наше знакомство было не совсем удачным. Может, нам стоит попробовать начать с чистого листа? Меня зовут Нэнси. Очень рада с вами познакомиться. Я Элизабет. Я держу паб «Затерянный корабль» в городе. А что тебе нужно от Магнуса? А, понятно. Так вы знали Магнуса? Хороший вопрос, не так ли? Раньше я думала, что знаю его. Теперь не уверена. Значит, вы были с ним близки? Нет, мы не были близки. У меня нет ничего общего с ним. Как вы думаете, что произошло с Магнусом? Ходят слухи, что он выпал за борт. То есть ты спрашиваешь меня, считаю ли я, что он утонул? Но ведь это возможно. Я не знаю, что и думать. Кто-то считает, что он сбежал, прихватив с собой сокровища. Может быть, что это совпадение. А может и нет. Дагни считает, что это не могло быть совпадением. Ты уже общалась с остальными? Совсем немного. Если бы сокровища существовали, Магнус все равно не нашел бы их. Он же такой рассеянный. Почти во всем, что он делает. Отшельник, живущий в хижине в горах, высокомерный, чтобы беспокоиться о людских заботах. Гуннар делал что-то необычное, организовывая фестивали. Ну, если учесть два предыдущих фестиваля, то определенно. Он намеренно их разрушил. А кроме этого, только его обычные угрозы. Гуннар клялся, что свяжет Магнуса и отправит в открытое море. Он ненавидел Магнуса. Пока. Пока.
Эй, убирайся отсюда! Это радио выглядит очень новым, но здесь нет ключа. Видимо, только у Дагни и Магнуса были ключи от радио. Точки. Вот. Ты что тут в рубке этой делать больше нечего? Получается так. Он выглядит точно как оригинальный штурвал, хотя и не достает некоторых деталей. Понятно. Детали искать надо. Да ёлки. Алло. Привет, ты еще едешь? Привет, Нед. Нет, я уже приехала. Отлично. И как близко ты? Подхожу все ближе и ближе. Кажется, скоро случится нечто невероятное. Здорово. Не могу дождаться. Хотя здесь достаточно сложно разговорить людей. Разговорить людей? Да, мне удалось узнать, что сокровища как-то связаны с кораблем. Но кроме этого больше ничего. Нэнси, о чем ты говоришь? Ты что, сейчас на задании? Ну да, я в Исландии. Нэнси, ты знаешь, какой сегодня день? Воскресенье? Вообще-то, сегодня наша годовщина. У нас заказан столик в ресторане, помнишь? Я позвонил проверить, приехал ли ты уже туда, но, как я понял, нет. О, нет. Нэд. Прости меня, пожалуйста, Нэд, я совсем забыла. Что ж, ты в Исландии и ничего не поделаешь. Хотя, наверное, это неудивительно. Ты всегда немного зацикливаешься на задании. Но, ух ты, Исландия, вот это да. То есть ты считаешь, я слишком зациклена? Нэнси, я прекрасно понимаю, насколько для тебя важно расследование дел. Просто сегодня наша годовщина. Может, сегодня стоило бы отдохнуть немного от этого? Послушай, ничего страшного, закончи дело. Я, правда, несколько расстроен, но я переживу. Может, ты тогда привезешь мне сувенирчик в честь годовщины?
Ты лучший, Нед. Я обязательно привезу. Обещаю. А я пока пойду заполню пустое место в сердце футболом и полкило мороженого Кока Крингл. Сегодня вечером игра, я как раз хотел посмотреть его с Бертом, так что, наверное, это судьба. Так или иначе, ты в Исландии. Дело должно быть очень интересным. Еще как. Потерянные сокровища, пропавший капитан и город, полный тайн и загадок. Звучит как самое обычное дело в мире, Нэнси Дрю. Помни, ты всегда можешь мне позвонить, и я тебе помогу. И... секундочку. Потерпи немного. Нет, это самое ужасное. Эй, ты вообще забыла про нашу годовщину? Я не скоро тебе это забуду. И я уже давно сижу в этом ресторане, и официант не спускает с меня глаз. Думаю, мне пора. Пока, Нед. Я еще позвоню. Пока. Не знала, что можно замерзнуть до такой степени. Вы не можете зайти в помещение? Я не могу бросить корабль. Прошу всех подряд починить этот обогреватель. Знаешь, что мне сказал Гуннар? Мерзни, мне-то что? Он худший человек на Земле. Может быть, я смогу его починить? Ты разбираешься в технике? Кое-что умею. Что бы ни говорили, ты классная, Нэнси Дрю.